нами сегодня одна замечательная семья из нашей церкви, Дмитрий и Анжелика Матушевские. И мы сегодня хотим им спросить, задать один единственный вопрос. Почему они участвовали в миссии Go with Christ в Кении? Потому что я знаю, что эта семья каждый месяц нас поддерживала финансами. И мы хотим им спросить, почему вы это делали? Ну, во-первых, мы еще поддерживаем, это еще не конец. Спасибо. Продолжаем. But number one, I would say, is we believe in the vision that you guys have. We believe that God is not just a God in the USA, but in Africa and Kenya too. It's really just in my heart, it feels like that we're able to contribute to somebody who can do the mission outside of the USA. Maybe we can't be there. We can't, like, at this moment, be there and serve there. But someone else is there. And that just, it brings so much joy to be able to invest into a ministry that is serving in outside of, you know, United States. And the last thing I would say, really, is the fact that I love those people. I love the people of Kenya. I love the people of Africa. They have... I feel like I belong there, so I any ministry in Africa, just I would love to support. But because we believe in the vision that the Gunther's family has, that's why we support them. We believe that they bring joy and they bring God's message and gospel. And because they do it so passionately and with so much joy, we want to be a part of that. So that's why we do it. Ну, у меня очень просто. Yeah. Жизнь. Одна из причин, почему, потому что я по себе заметил и по других людях, мы спонсируем другие служения, но когда приходит дело спонсировать людей, которые с церкви едут на служение, мы к этому не так сильно хорошо относимся, то я решил, что люди, которые с церкви едут, мы их должны самое больше поддерживать, нежели даже других, может, служений. То когда я услышал, что люди с церкви уезжают на миссию, это меня очень сильно радовало, и это одна из моих причин, почему я подключил себя, свои финансы, потому что я хочу, чтобы люди знали, что когда они уезжают с церкви на миссию, есть люди, кто их поддержит. Это одна из самых больших причин. И второе, потому что Бог благословляет, я могу участвовать. Amen. Amen. Спасибо вам, дорогие. Оставайтесь вместе с нами. Мы верим, что через ваше служение, через нашу совместную работу Бог очень сильно будет благословлять кенийский народ. И оставайтесь вместе с миссией Go with Christ. Amen. Мы идем в Кению.